И работа их до сих пор жива. А их самих уже нет. Королю стоило думать о защите народа, а не хвастаться перед врагами богатством. Нашла лестницу вниз, а то, что от нее осталось. И как будем добираться до короны? Вертолета нет? Дома забыла. Жаль. Ну, значит, придется лезть. Можно перебраться на верёвку. Ну, готова? Ты первая. Ищи, где подняться. Смотри, под водопадами видны какие-то сооружения. О, точно. Полезли. Ищи, где подняться. Ну, полезли. Извините. Сюда.
сейчас! Давай сюда. А это безопасно? Ты все время спрашиваешь, и каждый раз я честно говорю, что нет. О, черт! О, обалдеть! И это, кстати, совсем небезопасно. Видела? Назад-то залезешь? Да. Ты иди, я догоню. Давай, помогу. Ничего, справлюсь. Не выделывайся. Залезай. Ну, если ты очень просишь. Да нет, не прошу. Ты говорила, Ганиша сокрушитель преград. Он поставит перед тобой преграду, если она тебе на пользу. Поэтому он покровитель Халибиду. Еще он бог удачи. Тот, кто дарует успех и процветание. Ясно. Это круто. И это правда единственный способ. Ага. Веселишься? Сама знаешь. Молодец, подруга. Спасибо. Молодец буду, когда до корону доберу. Странно, что нет Асава. Он где-то рядом, но наверху не столкнемся. Почему? У него духу не хватит сюда залезть. Вроде я вижу, откуда можно добраться до короны на веревке. Уже близко. Спасибо. Забирайся быстрей! Сползаю! Ну как? Впечатляет. Ага. Ну? И как теперь слезать?
Ладно, тут вроде попрочнее. Не сглазь. И персы любезно проделали для нас вход. Ого, неплохой выстрел. Видно, у персов был трибушет. Трибушет? А нельзя сказать катапульта, как нормальный человек. Трибушет — это тип катапульты. Может запускать тяжелые снаряды вроде этого на дальние расстояния. Да? Тебя этому в армии учили? Это я в Википедии посмотрела, как нормальный человек. После вас. Поразительно. Наши друзья. Парашурама и Ганеша. Друзья? Они тут сражаются. Индуистские боги всегда сражаются. Если не с демонами, то друг с другом. Как-то нечестно. Ганеша без оружия. Ну, ему так больше нравится. Похоже на то. Забаррикадировали дверь. Не помогло. Видно, не ждали, что персы свалятся им на голову. Казалось бы, за два нашествия можно было подготовиться ко всему. Они просто вообще не ждали поражения. Сюда. Я за тобой. Смотри, оружие. Ты была права. Со мной бывает. Это все персы? Думаю, тут и персы, и хайсальцы. Первая линия обороны. Вот это уже что-то. Эй, тут еще одна дверь. Посмотрим. Ух ты, даже работает. Ну вот, да будет свет. Тут как будто склеп. Эй, забирайся!
Ничего себе. Боже. Здесь была последняя битва? О, но империю они не спасли. И пусть. Нам же лучше. Вот и вход. Надин, помоги этого сдвинуть. Ага. Давай, парень. Вот так. Пардон. Мы близки к цели. Только бы ближе, чем эти парни. Ну что, знакомое устройство. Только бы оно не пустило сюда тонну воды. Что-то новенькое. Что это такое? Могу предположить, что это какой-то механизм, открывающий ту дверь. Итак, посмотрим налево. Шива дарит Парашураме топор, а справа герой Парашурама отсекает Ганеши бивень. Стоп. Топором? Да. Тем самым, который ему подарил Шива, отец Ганеши? Ну да. Ну и жесть. Отцы и дети. Давай, попробуем открыть дверь. И как это все работает? Ну, думаю, будем разбираться по ходу. Ну-ка, глянем. Так, фрагмент переместился от меня. И его тень тоже. Попробуем так. Давай-ка сюда. А эти уже некуда. Ничего не даст. Я, кажется, понимаю. Тени совпадают с крутыми листьями. Да. Попробую расставить их по местам. Это даже весело.
Все, я в тупике. Двигай фрагменты, чтобы их тени совпали с символами на фреске. Похоже, слева должны быть Шива, топор и Парашурама. Справа должны быть Парашурама, Бивень и Ганеша. Поняла. Сначала разберись, что пойдет в середину, а потом уже займись внешним кольцом. Ладно, попробую. Пожалуйста. Сала и тигр. Ну вот. Скрестим пальцы. Так и должно быть? Не знаю. Не вгони нас в гроб. Ты зануда. Готова? Тихо. Поразительно. Какого Шивы? С языка сняла. Фрейзер! Росс! А нет, нет, ничего. Думаю, все будет путем. Путем? Где этот проклятый бивень? Не знаю, я ничего не понимаю.
А я понимаю. Твоя Хейсала водит нас за нос. А ты права. Ну, класс. Нет, послушай. Ганеша, покровитель... Халибиду. А Шива, покровитель... Белур. А Белур — это древняя... Ну, столица. Именно. Что, если король специально построил великолепный город, который стал прекрасной мишенью для персов? А прежнюю столицу все забыли. То есть весь город — приманка. И его отдали персам, чтобы защитить Белур. И сокровища. Сдается мне, что Бивня тут и не было. Никогда. Где Белур? О, черт! Вот так точно не должно быть! Сейчас, Лунди, хватайся за край! Живы. Ну, талант и немного удачи. Эй, неплохо, партнер. Неплохо. Дай 5. Господи, ты чего? Ужасно. Как можно дать 5 и промазать? Эй, поправь, если я ошибаюсь. Разве тут не было водопада? Был. Что это такое? Акведуки. Не. По ним спускаются водопады. Круто. Это что, мы сделали? Ну, это я сделала. Дерзкая. Слушай, ты извини меня за ту бестактность. А. Ничего. Вы бы с моим отцом точно спелись. Он тоже был на редкость упрямым ослом.
Знаешь, вот это они заметили. Надо уносить отсюда ноги. Согласна. За мной? Ладно. Воду подводили к воротам, так что надо идти вдоль акведука. Ладно, пойду первая. Топили город, чтобы сохранить свои секреты. Думаешь, солдаты знали, что они были приманкой? Честность не всегда лучшая политика. Это правда. В своих людях нужно быть уверенным на все сто. Думаешь, Асаф ничего своим не сказал? О, конечно, нет. В нос попало. Тебя может пристрелить? Может. Не надо. Вон какие часы. Забрал у одного старика в городе. Так, старый левый козел. Правый не мой хотел мне их отдавать. Взял, взял. Ничего личного. Thank you.
Понятия не имею. Но, по крайней мере, тут не стреляют. Будем надеяться, есть другой выход. Тут что-то вырезано на полу. Для чего это? Ничего хорошего. Видишь эти желобки? Сомневаюсь, что они для воды. О. Наверху, похоже, можно пролезть. Так. Там впереди свет. Бедняги. Не знаю. Я бы лучше сдохла в клетке, чем на пыточном столе. Я учту. Слышишь? Ну да. Наверху есть пролом. Око Шивы. Впечатляет. Мой эксперт ничего не нашел за неделю. Может, просто плохой у тебя эксперт? Может. Знаешь, один хайсальский поэт писал, как юный король. Своей милостью положил конец жертвоприношениям. Но древние короли хорошо понимали, что прогресс требует жертв. Ты это людям втираешь? Ладно. Короче, во время войны в этих акведуках вода была алой от крови. И те, кто не сражался, служили стимулом тем, кто сражался. Ну, пора заканчивать. Скользко. Верни мне мой диск. Подходи. Чем? Довольно собой. Ага, немного. Давай. Видишь ли, чтобы править, прежде нужно посеять хаос. Нет, стой! Я подниму в народе смуту. Я искореню слабую кровь юного короля. Начиная с тебя. Фрейзер, задай ему! Сучья, хватай! Хвати за что-нибудь! За что хочешь! А чёрт! Mm-hmm.
Фрейзи Рей. Живая? Да. Вроде да. Эй, аккуратнее. Ты полчаса в отключке. Полчаса? Да. Охренеть. А? Черт, Асав забрал диск. Не спеши. Нам нужно срочно. Эй, полегче, ладно? Идти сможешь? Да, с утра бывало и похуже. Верю на слово. Хорошо, что ты жива. Тебя? Ведь тут две, да? Да. Ладно. Пойдем за диском. И пушками. И пушками. Должна сказать, ты не соврала про Асава. В смысле, он выглядит таким заурядным. Да, именно этого он добивается. Даже очки наверняка для вида носит. Безвредного? Умного? Обоих. Ха. Но он и правда умен. Раньше доктором был, пока все это не началось. Так он бросил прибыльное дело. Однажды он решил, что таков его долг. Эй, уверена, что можешь идти? Да я как новенькая. Просто надо дух перевести. Вот сюда. Не спеши. Давай откроем. Охренеть. Скорее, священная корова. Это Нанди. Привратник Шивы. Наверняка там вход в древнюю столицу. Акведук открыл путь. Ага. Черт. Асав уже туда заходит. Ну так давай спускаться скорей. Нет. В смысле нет? Сэм Дрейк. Его эксперт это Сэм Дрейк. Да. Черт. А знаешь, это хорошо. Убью сразу двух зайцев. Надин. Что? Что? Ну, короче, по факту, мы тут из-за Сэма. Надеюсь, ты шутишь. Так получилось. Сэм пошел разведать для меня... Твою мать! ...насчет диска. И не вернулся, а я не могла ты его бросить. Ты втянула меня, несмотря на мою историю с Дрейком. Твоя история с Асавом интересовала меня больше. Можешь от души, если хочешь. О, я могу. Знаешь что, Надин? Это ничего не меняет. Ты получишь свою половину. Да? Или вы с Сэмом первым делом меня бортанете? Нет, это не в моих правилах. Именно это в правилах твоей породы. А я тебе поверила. Слушай, я хотела сказать тебе про Сэма. Я просто ждала подходящего момента. Ничего. Я пешочком прогуляюсь. Черт. Надо идти за ней.